Здравствуйте, друзья. Вот мне в интернете часто говорят, что тот, кто работает в MLM-компаниях продуктовых, у них целые склады дома лежат. Ну, вот я вам хочу показать, это вот посылку получил, я в пятницу ее заказывал, сегодня у нас среда. Вот я сегодня ее уже получил от компании Janes Global. Это заказ на полгода. У меня до этого еще был предварительный заказ, и сейчас у меня активность до 14 февраля 2017 года. Вот давайте сейчас откроем и посмотрим, что у нас тут в посылке лежит. Так, вот это вот у нас ночной крем. Это для любимых женщин. Они его обожают. Вот заказали 3 баночки. Это вот Finity. Вот это 1 баночка, это активность на 1 месяц. Их здесь 3 штуки. То есть на 3 месяца. Вот это Zen. Это такой коктейль. Взбиваешь. Ну, я заказывал ванильный. И вот опять заказание ванильный, он довольно-таки хороший. И вот тут еще у нас Люмине сыворотка. А, фри. Это вот бесплатный подарок пришел. То есть вот эти все баночки, это как раз продукция на полгода активности. Это вы хотите, вот кто мне там утверждает, что активность, то есть это, склады делаем. Неужели вот это склад? Вот это довольно-таки быстро кончается, потом опять приходится продлевать. Я не продал до сих пор, вот уже скоро будет 2 года в этом бизнесе, не продал ни одной баночки. Пользуемся просто сами. И так зарабатываем. И в принципе у нас в основном все партнеры так работают. С вами был Виктор Кожанов.